Приветствую вас, друзья! С вами Дмитрий Петровский. Сегодня в походе по зимнему лесу я промочил ноги. Я решил поделиться своим опытом, как просушить обувь в полевых условиях, в данном случае зимой. У меня кожаные сапоги довольно промокли, и сейчас приступим к просушке. Прежде всего необходимо приступить к разбивке временного лагеря, а затем развести костер. Для лагеря отлично подойдет любое поваленное дерево. Вот его вы можете видеть под снегом. Затем расстилаем на снегу гидроизоляцию для веренного нам имущества. Затем используем также гидроизоляцию для нашей пятой точки, а также гидроизоляция для того, чтобы ставить туда ноги. Босые, естественно. После этого переходим к разведению костра. Буду поджигать. Итак, складываем под рукой запас дров, присаживаемся поудобнее и разуваемся. Сразу скажу несколько слов о просушке обуви. Ни в коем случае не оставляйте обувь без присмотра даже на минуту. Она может сгореть. Также регулируйте дистанцию между костром и обувью. Если огонь разгорается сильнее, обувь стоит отодвинуть немного. Если пригасает, подвинуть ближе. Вот, через несколько секунд из обуви начнет исходить пар, это значит, что она начинает сохнуть. Теперь сушим и греем ноги. Носки у меня мокрые. И я поочередно подвигаю мокрую ногу к костру. Регулировать легко, поскольку вы сами будете чувствовать, если очень горячо, лучше отодвинуть. Вот, немножко погрел одну, теперь вторую. Вот. Из носка уже начал идти пар. И так поочередно греем. Сколько же времени занимает данная процедура? Все, конечно, зависит от количества влаги, которая попала внутрь. Если степень промокания средняя, то я думаю, где-то полчаса такой процедуры будет достаточно. Впрочем, даже если обувь не высохнет полностью, это не беда. Ведь ваши ноги отогрелись, и вы можете уже час-второй идти и не переживать за свое здоровье. Возможно, у вас появились какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. А у меня пока все. С вами был Дмитрий Петровский. Подписывайтесь на канал «Вольная жизнь». До новых встреч!